15 декабря 2021 года. Вот уже, наверное, полмесяца здесь стоят вот такие вот памятники законов. На страже закона называется. Это о прокуратуре Самарской области. Вот с чего бы это вдруг? Там, где нарушается вообще все, вдруг они вспомнили о законе. История прокуратуры России и Самарской области. А, то есть и России еще, понятно. Нам они это напоминают. Администрация, которая повсеместно нарушает права человека в Самарской области. Повсеместно идет прессинг от имени администрации по маскам, предложение кольнуться, кругом объявления. И вот они нам напоминают. С бюджета, наверное, это все, конечно, оплачено. Выставка эта. Ну и с другой стороны, о прокурорах. Может, прокурорам напоминают, чтобы обратили внимание. Вот так вот. По-моему, это памятники. Памятники.